Теперь, друзья, с вами снова Викс, продолжая играть в Mountain Blade и штурмовать город. Заказал себе войск, сейчас должны приехать. И пока они едут, можно осадить город и построить всякие тараны. Потом эту башню осадную. Ну и можно построить, например, огненный ангар какой-то. Че такое вообще? Вот эту штуку. Проблема в том, что они не строятся, прикиньте. То есть они по очереди строятся. А это косяк, это минус. Если бы они сразу все строились. Это я не знаю, сколько надо, чтобы это построились. все построилось. Ну ладно. Будем делать, думать, как это и что это. Кстати, могли вы пока тут строиться, могли заметить, что у меня значок поменялся, герба. Оказывается, можно делать свои значки герба и вставлять. Ну, там через специальное приложение делается и вставляется. Я так понял, это типа SVG-картинки, что-то типа такого. SVG-код вставляется, и типа можно уже идти. Вот. Ну, такое, конечно, не очень удобно, но что поделать. Так, ну давайте это ускоряем. Ускорялочка. Ты, солдаты, дезертировали из отряда. Ах, пидорасы. Накажу, поймаю, накажу. Так, там еще должны подойти, кстати. Жратвы мне хватает на 20 дней. Таран построился. О, отряд подошел. Два солдата еще дезертировали. Ах вы говнари. Давайте сейчас это построиться, и можно будет двигаться. Нападу утром. Ночью не очень как нападать. Катапульт оцените. Даже выстрелить не успевает. А не успевает. Так, ну что, сейчас утро будет, и я нападаю. 700 против 300, я думаю, нормально. Возглавить шторм. Да, надеюсь, мне этот город отдадут. Так, тут я особо не буду. Все самостоятельно, пошли. Стрелки пехота, действуем самостоятельно. Берем эту самую бандурину и тащим под стены города. Так, ну я, как обычно, на передовую постреляю. Главное, чтобы стрел хватило. А то со стрелами вечная какая-то проблема у меня. Так, я там вижу уже первого смертника. Все. Так, еще какой-то. Это вообще просто текстура, что ли? Это не чувак даже. Меня выцеливает, падаль. Блин, мимо. Так стрел не хватит. Так, вот этого надо. Сейчас смотрю, разошелся. А, вы его в очко полетел, видели? Ты смотрю, какой ты. Ух ты. Тебя уже начали сюда стрелять, да? Или мимо. Мимо. Не вижу. Так, ну тут стрелы еще валяются. 8 стрел, кстати, осталось. Стрел все меньше и меньше. О, вижу, пацаном там накидали. Косые ублюдки. Я слышу, в этот еще втыкаются. Ну мало. А, кстати, вот мне еще стрелы валяются. Заберу. Давайте вот этого. Говнаря. Мимо. Он сильно крутой, смотрю. Так, а не из-за этого. И он еще стоит. Ты что стал? Еблом не щелкай. Не, он же это самое просто через него не прилетело. Так, еще стрелы вижу.
Мне две стрелы осталось, прикиньте. Какой расход. Вот пацана натыкали, можно из него стрелы отжать? Мне бы сейчас колчан со стрелами. Не помешал. Ну ладно, 6 стрел тоже неплохо. Ты чё стреляешь? Ты это дело брось. Ах ты падаль, угнулся. Ух ты, бля, меня выцепил кто-то. Так, если я полезу, нормально будет. Давайте, пацаны, я с вами. Давайте, давайте. Лезем. Ух, нифига мне, кстати, секанули. Мне хп отняли, вообще жесть. Давайте, давайте. Я тоже хочу быть центром, в центре толпы. Давай, 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 я подпираю. Еще, еще, еще. Я прям в жопу подпираю. Пацаны нормально режут их, кстати. Блин, а мы наравне по защите, прикиньте. Давайте. Там уже татараны, походу, отработали. Ну, нормально, пацану так, так спустился слезть и получает. Меня поеду подпирает. О, о, вот это кач, пацаны. Это просто что-то шикарное. Главное, чтобы они меня не это самое, не секанули. На! Следующий! Это какая-то мясорубка! Давай, следующий! Я уже тут перемолол народу, просто жесть какая-то. Вот это сейчас меч качнется, мне кажется. Бля, я не знал, что эта штука такая крутая. Для кача. А я на нее не лез никогда, не залазил. Боялся, что меня тут убьют. Должен сидеть просто и пинать их. Цените, цените, улетает. Давайте, я не успокоюсь, пока не перережу всех. Да я один тут справлюсь. Ну там, по идее, еще это ворот должны сломать. О, они уже заканчиваются, пацаны. Куда ты, ас? Занял мое место. Ух ты, аккуратней, аккуратней. О, бля, и убили. Полез называется. Ну ладно. Сколько я набил, дайте я посмотрю. 26. 26 человек набил. Конечно, можно было бы больше. Ну давайте сейчас это, вот пацаны сами-то должны справиться. Бля, ну Катя был просто нереальный. Просто пинай-пинай, если бы не сдох, конечно бы, было покруче. Ну, кстати, они такие неплохие, на самом деле. Видите, народу это самое. У них стены, походу, и замок вот этот очень хороший.
И офигеть, тут лаги стали. В ускоренном режиме. Да, надо было сидеть, не высовываться. Сидеть и пинать, и пинать. Ну, человек 50, наверное, было бы набить. Я не знаю, правда, может переиграть. Ну, сейчас посмотрим, как будет. Пока силы равные, на самом деле. Но я только в одного 20 человек убил. Гляньте, 181, потери, просто сумасшедшие какие-то. И что же в замка? Да, ну вот они, пацаны уже влетели. Вы ранены. Все. Все, пацаны вломились. Да, ну замок жесткий, жесткий, оборонялись на самом деле. Битва выиграна, но тем не менее. Я научился, кстати, теперь осадное оружие, эти самые делать. Осадные, как его называют, машины вот эти вот. Не, ну замок, блин, реально круто. Круто держались пацаны на самом деле. Дайте я даже скриншот сделаю. То, что умер, кстати, это даже плюс на самом деле. Я вам хоть могу скриншот посмотреть. Вот, но я в одного только, это самое, убил 20 человек, 26 человек. Это рекорд, наверное, по моим убийствам. Я там, наверное, меч качнул неплохо. Просто стоял и пинал их. Так, продолжить. Ротай взят, начались эти самые выборы, да? Ну и еще скажите, что мне не мне дадите. А если зарагею? Давайте, я тебе 50 готов отдать за тебя. Да, и не отдали мне самое главное. Я так понимаю, бился как лев. Ладно. Главное, замок взят. Это уже хорошо. Что мне нужно было его взять, чтобы эти тут не тусились возле моих земель. Тут как-то не очень. Но битва была тяжелая. Это вот факт. Кстати, да, тяжелая, но я прикачал меч, наверное, вкачнулся. 78. Это вообще ништяк. Тактику, кстати, прикачал. О, теперь наш FPD самые лучшие стратегии, план бесполезен. Итого 100. Так, позволяет вам по собственному усмотрению оставлять войска перед боем. Вот это армаз, кстати. В начале боя ваши дальнобойные войска получают на 20% больше боеприпасов. Но тактику прикачал, кстати. Применить. Так, и чё у меня? У меня тут дезертировали еще, конечно, покоцались. Под пацана немножко кацанули. Так, ну тут, кстати, прикачался какой-то лалка. Сурукский новобранец. Готово, ладно, погнали дальше. Нифига себе, темнота запилилась-то какая. Замок. А, они все распадаются, да? 242. Так, ну пополним наши ряды. Я думаю, армии. Так, армия Викса. Управление. Кого можно взять? Нет, ты как-то не очень мне выгоден. Вот тебя можно взять. О, за 40 можно взять чувака. Ну, за 17 и 19, давайте, готово. Сколько у меня? 803 опять. Отлично. Так, давайте, пока не собираются, я этот самый гоп-стопну. Так, отменять враждебные действия. Кстати, отдать вам припасы. Отдайте припасы мне! Че, я зря тут это тусуюсь? Совершить набег. Пока эти будут подходить, я тут это поворую у них. О, нифига себе, у них пиво. А, оливки ворую. Сейчас еще замок урву. Дайте мне этот самый. Законочтение. Все кланы с обаятельным лидером высокого уровня на Лакашаймы получают плюс одно влияние. Давайте, я поддержу. И улучшу отношения с чуваком с каким-то. Фарон. Готово.
Давайте, давайте. Сплоченность. Минус 11. Так, все. Все, отлично. Так, предпринять враждебные действия. Заставить отдать им все свое нажитое непосильным трудом. Так, отлично. Так, враждебные действия. Давайте набег. Нифига себе, я у них это железную руду ворую. Так, ну где остальные войска? Или что там? Ну-ка, армии. 800 должно быть. Сейчас должны подойти уже. А я пока поворую все. Неплохо, неплохо. Я сейчас это наживусь на разграбление деревень. А это что, еще одна деревня? Или что это такое? Или это временный лагерь? Пока мы тут занимаемся грабежом. Неплохо. Такс. Ты чё? Ладно, пошлите замок еще гоп-стопнем. Так, ну все, можно напасть на замок. Осадить замок. Так, по-любому нужен таран. Ну, одного тарана, наверное, мне хватит. Тут у них осадное оружие есть-то, да? Давайте катапульту попробую построить. Понеслась. Хотя, может... А, нет, вот эту штуку я тоже построю. Блин, сплоченность сейчас это рассыпется. Они рассыпались, блин. Уйти. Вот собака. Так, ну давайте еще раз армию создам. У меня хватает влияния. Армии, создать армию. Давай тебя. 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 Так, 78 за 17. Готово. Сколько у меня итого будет? 671. Ну, еще можно. У меня, кстати, еще есть, в принципе, управление. Так, 65 за 16. 18, 52. 18, 90. Готово. Готово. Все. Давай, 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 давай. Тихо, чуть-чуть он тормознуло. Давай вот этих. Догоняй, догоняй, догоняй. Ну и ладно. Опять враждебные действия. Заставить отдать. Отдать войска. Забираю. Так. Давайте на бег. С 6 до минус 12, прикиньте. С какими-то пацанами поругался. Че у вас тут это? Древесина. Ох, древесина, кстати, тоже нужна. Для крафта. Все готово. Так, 400. А, тут какой-то хер лазит. А, ну что, засал, да? Так, 342. Ну я замок захвачу. Так, осадить замок. Ну давайте. Так, сразу строю эту осадную хренотень и осадную вышку. Ну и потом останется, если катапульту можно построить. Все. Война идет, понимаешь? Так, отлично. Шестьсот сорок. Кто-то ушел или что? Армия. Да, Викс армия. Давайте еще управление. Кого можно взять еще?
24. Есть что-нибудь такое дешевое и хорошее? Нет, это не очень. Ну вот 83 и 25, давайте. Пускай идет. Пока тут строится у меня. Так, ну чё, дожидаюсь утра и пойду в атаку. Давайте, где утро? Утро, 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 давайте. Хопа, хоп, хоп, хоп. Возглавить штурм. Естественно, пойдем штурмовать. Говнарий. Сейчас еще прикачаюсь. Так, по идее, я должен тебе уметь расставлять войска. Да, теперь у меня есть такая возможность. Значит, ну вы остаетесь, лучники. Ну, можно вот сюда вас поставить. Только это формация, формация. F3. Давайте вот F6. Отлично. Так, а кто еще у меня есть? Какие-то пацаны непонятные. Ну и все. Пойти на штурм. В атаку! Так. Поехали, пацаны. О, тут уже заняли, кстати, места вакантные. Так, надо туда пройтись. Так, надо аккуратно, чтобы меня не засандалили мне. Бля, он снайпер. А он хорош. Сдохни, ублюдок. Что-то вы прям очень хорошо стреляете. Опа. Есть. Кто еще? Все кончили? А, вон. Новые набежали. Самое главное, если в голову ему попадать, то все, он все отъезжает. Вот так вот. Опа. Ну чё ты, финист, ясный сокол? Получил? Блин, ну, конечно, то, что в меня попадает, это не есть хорошо. И они очень-очень хороши. Ну и я неплохо, кстати, отрабатываю. Так, там воротин уже начали ломать. Так, пособираю пока стрелы. Ух ты, ух ты, ух ты, прилетает, видели? Пособирал. Пацана натыкали, как и в ежика. Откуда стреляют, я не понял. Просто не вижу. Пацана убили. Засчитай. Так, а чё эти не лезут-то? Вы давайте залазьте. А, нет, тут и лезут. Так, чё ворота тут это, сломали? Так, F2, следующий за мной. Чё-то никто за мной не следует. Где вы там, Таран, откатите нах. О, нормас. Ой, что за лаг? Начались лаги какие-то. Нам надо отойти, наверное.
Во. Давайте сюда, сюда. Надо ворот сломать. Че, я зря таран делал? Нифига себе. Они с этих, наверное, стреляют. Блять, куда стреляют, не пойму. Не выйти. О, они полезли, полезли. Отлично, пацаны. Вот это сейчас я пойду туда. Тоже. Когда мне уже насовали. Давайте, следуйте за мной. А, это мой. Давайте, давайте, вот этого сейчас зажмем. Давай, давай, чё ты отступаешь? Боишься, да? Сейчас тебя обойдут мои пацаны. И все. Давайте ему, пацаны, напихайте этому ублюдку. Пойдемте в самую гущу событий. Отлично. Замесили чуваков в замке. Все. Хорош, хорош. Лично я мой отряд убил 49. А, ну это весь, наверное, мой отряд. А сколько я убил? 16. Ну, 24 рекорд свой еще не побил, ладно. 16 тоже неплохо. Ну и не сдох, самое главное. Это уже тоже плюс. Что-то войска только не хотели слушаться. Замок мой будет. Ничего не знаю. Какая-то. Так, дайте мне замок. Решение. Блин, и нет никого. Давай, ладно, тебе отдам. С тобой подружимся. Так, отлично. Так, у меня жратва кончается, но надо возвращаться в этот самый... И закупиться жратвы или взять жратвы хотя бы. То реально так кончится и все. Че буду делать? Че такая темнота лютая? Немножко яркости. Можно более осторожно быть. Да, кончается еда, я знаю. Сейчас я куплю, пацаны, подождите. Буквально пару это самое. Я что-то забыл вообще. Торговля, так. Все равно зачем мне лен? Лен не нужен. О, нормас. Пойдемте к нам в это самое.
Амитатис. Давай, быстрее. Иди. А, это там. Вообще не нужна Анира. Я думал, мы Амитатис захватили. Да что вы еле тащитесь? Давайте. Че, вся армия распадется. Так, направиться в крепость. Так, не, открыть тайник. Тут у меня жратва была, кстати. Столько хватит. Так, а я пока железную руду скину, кстати. Да и весин тоже скину. Во, на 23 дня. Так, ну вернуться в центр города. Растут, давайте тогда. Поуправляем этими. Что у меня? 88 плюс 8, да? Ну и какие там дезертировали, сдохли. Бывает, бывает. Все бывает. Когда-то так, пацана. Кстати, что у меня там 1400, прикиньте. Так, отлично. Отлично, отлично. Так, эти все нормас. Готово. Так, пойдите к таверне. На продажу, кого-то можно выбрать-то. Кто у меня лишний? Ушел, 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 ушел. Так, ну не сильно много, конечно. Ну ладно. Так, и теперь нужно направиться в крепость, распоряжаться гарнизоном. У меня там 110, мне нужно несколько человек скинуть. Ну ты слишком хорош, лучник, стрелок. Трех я скину. Так, арбалетчика можно скинуть. Солдат пехоты тоже скину. В гарнизончик пускай будут. Так, конник, конника оставим. Лучник нормас, но я тебя все равно скину. Так, я прокачанных поскидываю. А не прокачанных оставлю. Так, отлично, одного можно скинуть. Так, ну и что у меня тут по войскам стало? 94 плюс 7, все равно много перевес. Так, что надо скинуть? Ну давайте еще пехоты поскидываю. Так, отлично. Ну, те же по жратве это нормально. Так, и сколько мне вышло это самое два набега? Так, пройти снег, наверное, не надо. Кстати, управление городом. Все тут прокачалось. Да, прикиньте, я вообще все прокачал. По максималке. Так, кстати, а деревья можно что-то выбирать? Или тут что-то делать? Не, ничего нельзя. Ладно. Так, торговля, торговля. А, не, не так. Направиться в крепость. В тайник надо посмотреть, что у меня тут по оружию в тайник скинуть. Меч какой-то. Интересный, кстати, меч. А, двуручный, наверное. Двуручный меч, да. Ладно, оставлю. Так, остальное все на продажу. Так, щит, кстати, щит хороший, оставлю. Стрел нет каких-нибудь таких супер крутых. Так, ну тут накидки, плащи. А, кстати, можно вот так вот посмотреть. Поножи. Кстати, 19. Вот, я и нашел. 16, кстати. Вот тут вот есть. 17. А, у пацана тоже 17. Так, а у тебя? Эти получше будут. По броне тоже, да? Ну и все. Так, кони. Уздечек тут нет никаких больше. Так, инструменты ладно оставим. Кони, кони. Да, оставим. Нормас.
Так, ну и все, тебе можно торговля. А, для начала куплю жратвы еще. Зерна есть, оливки. Оливки можно купить, кстати, разнообразие пищи. Это нужно для кача. Много не надо. Ну, вот столько примерно можно купить. Так, сыр дорого, сливочное масло. Давайте тоже куплю. Лен не нужен. Кстати, железная руда можно у себя же купить. И древесину для этого. И положить в тайник. Золото не нужно. А, серебряная руда нет. Так, все, да, давайте это пока так. А, отправиться в крепость тайник. В тайник я складываю всю железную руду. И это самое. Потом еще накуплю и покрафчусь. Скрафчусь себе что-нибудь такое интересное. Так, плюс один. Хорошо. Так, ну и все. Теперь опять торговля. Ну и все, и можно продавать теперь все. Так, это все прям сразу. Хренак так. Тут же хренак ушло. Вот нак ушло. Лошади оставим. Хотя можно парочку продать, много-то не нужно. Вьючная лошадь. 400. Вес час. Вот этих можно. Мне столько коней не нужно. Может, кстати, они жрут зерно. 30. Ну-ка, есть еще. Минус 5,2. Просто интересно, а лошади жрут зерно? А, ну я так и ничего не продал-то. Я просто пока ставлю. 16 тысяч. Не, лошади не жрут, походу. Так, отлично. Ну все. Неплохо. Погонял, друзья. На сегодня, наверное, я закруглюсь. Захватил. Получается. Город Ратая и замок. Замок Хертогеа. Почему-то мне не дают замки больше. Почему? Не знаю. Может, я не это самое процветание. Да не, я должен быть на хороших позициях, кстати. Замок есть. У этой бабы, гляньте, сколько замков-то. И у этого чувака. Как мне-то это самое добиться такого расположение. Так, это врач, квартирмейстер, инженер, разведчик. Ну, у всех своя роль есть, кстати. А что инженер может делать? На поле боя что-то может делать, да? Я думаю, вот этого чувака взять в этот себе в отряд, а туда оставить кого-нибудь другого. Давайте направиться в крепость. А, не, управление городом. У тебя поменяем на вот этого пацана. Так, а этого нужно в отряд как-то запихнуть. Нет. Как его это самое в отряд? Должно же быть как-то это войска. Смена наместника. Назначить губернатора. Замок. А, кстати, можно замок еще. Может, вот этого еще. Может, поэтому не дается. Давайте вот этого еще в этот замок поставлю. Замок Торис. А замок Ониса. А, замок Ониса мой. Замок Торис. А, у меня два замка. Не понял. А какой еще замок у меня? А, Торис, вот он, слушайте. Я не знал, что у меня еще замок Торис. Торис. А, Торис это не замок. Тихо, стой, 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 стой. Пауза, пауза.
Нет, Ориус это не замок, это просто этот город. Политика. Не-не-не, клан. Феоды. А, не, не назначается. А, не, замок Торис, да? То есть там еще замок должен быть. Торис город и... Замок Вагас. А, там уже кто-то это самое... Ураганит. Не, а, Тариос. А где замок Тариос? Я не вижу. Может, еще где-то он. Ха, странно. Странно, есть замок, о котором я не знаю даже, покиньте. Замок Тариоса. А, замок Тариос, это вот он, да. А тогда... Так, с этим понятно. А тогда это... Замок Ониса. Замок Ониса, так, понял. Замок Ониса, и где это Онис? Как, какой-то мне замок пожаловали, а я даже о нем и не знаю, прикиньте. Та ему студия. А, вот он, вот он. Нифига себе, а я и не знал. Стой, 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 стой. Стойте, бля. То есть мне замок дали, о котором я даже не знал. Прикольно. Еще порос и нормально. Ну ладно. Ладно, пойдет. Пойдет и так. Ну что, друзья. На сегодня я реально закругляюсь уже. Всем хватит играть. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставить лайк под видео. Ну и заходить на наш сайт, друзья. А на сегодня все. Всем удачи. Всем пока.